Да, что-то F у нас в последнее время начал отрубаться, а тут у MFT перестал в него записывать. Ошибка вылетела, то есть даже винда повисла и download master повис, Explorer повис. Чё же я это не записал-то, надо было записать. Он до этого просто отрубался. Я ему почистил контакты. Все обсмотрел, все нормально с виду. Переткнул, и он перестал записывать Master Food Record Table, то есть MFT запись не могла произвестись. Что с ним стряслось, я так и не понял. Причем грязный бит установлен. Так, надо, наверное, чувствительность убавить этой чирикалки моей. Ладно, пока займемся сборкой индикатора. Но странно, никаких проблем не обнаружено. Причем система жрет 50% непонятно чего. И половину жрет Download Master. А система-то какая система? Да, прям система. Она диск жрет вообще бешено. Ну, отпускает. Что это было? Никогда такого не было, чтобы система по началу старта вот так вот отжирала половину процессора. Что вообще происходит с компуктером, я не понимаю. Связь отрубилась. Вот появилась связь. Так, коннектимся, соединились. Совокупилися со сетью. Ну, да вот, мастер, вылазь уже. Ты должен уже вылезти, да, вот. Появился. Ой, сразу скорость пошла там. Система так и что-то там шевелит диск вообще по-страшному. Хотя вот даже этот вот диск отпустился, вот сейчас вот начал отъедаться. Но это Download Master его. Инступ какой-то закрылся. Так, вот опять Download Master начинает к нему обращаться, он светится, сейчас потух. А система как жрала диск, так и жрет бешеными темпами.
Так, чуждо. Вот мастер даже не открывается теперь. Хотя вот значок качает. У нее уже в этой системе 5 гигабайт. Считано данных. Да ты не повторяй за мной. Так, ну что-то все-таки происходит. Да вот мастер все-таки не качает нифига. Не открывается диск. Так, теперь и фикс не работает. Вообще никакие обращения к этому диску не работают. Что происходит? Вообще я не понимаю. Пересадить его на другую шину, что ли, USB? Фу, USB, блин, сата. О, вообще новость. Отрубился у нас бутовый диск. Хитачи. Два раздела. Ну вот, сама. Просто перезагрузил, главное. Сама нашла будто девайс. Что же происходит? Как не хватает внимания моему компьютеру. Как он постоянно из меня нервы-то вытягивает. Тут посидеть можно с этим компьютером, то ему не так, то так ему не это. Все, проверился. О, мяу там кричит. В сенках же он пошел охотиться. Блин, опять ошибка закачки. Да что происходит-то? Ты вообще открываешься? Да, ну вот мастер. Открывается. Тем временем спаял вот такое. Вот опять нет доступа к диску. Да что происходит? Там конденсатор еще. Конденсаторы под индикатором. Блин, сейчас даже и не подлезешь туда посмотреть-то. В общем, там они там есть. Ну да, F-диска опять нет. Куда он отваливается-то, блин, ёлки-палки. А чё это теперь за X? Чё за файл X? Часть данных потеряна. Ужасы какие! А, X это RAM диск у нас. С RAM диском что-то было. F, вот нашелся все. Степенью эффективности, поэтому важно найти такое решение, которое поможет получить реальную пользу. Таким решением может стать онлайн-платформа Vitru, которая предлагает целый комплекс специальных курсов и тренажеров, направленных на то, чтобы прокачать производительность мозга. Она позволяет улучшить память, реакцию, внимание, концентрацию, а также работу мышления. Ведь